В Алмазарском районе столицы возле таксопарка номер один по улице Чукурсой был угнан автомобиль марки «Матисс» белого цвета с государственным номером 10А715НА. С подробностями происшествия вас ознакомит мой коллега из пресс-службы ГУВД города Ташкента. 24 июня 2019 года в 17:47 дежурную часть Управления координации деятельности органов внутренних дел Алмазарского района обратился гражданин Аширов Равшан Батырович, 1970 года рождения, и заявил об угоне своей машины марки «Матисс». В своем заявлении Равшан рассказал, что припарковал свой автомобиль вдоль дороги по улице Чукурсай возле таксопарка номер один и зашел в магазин за покупками. А теперь внимание! При этом он оставил ключ в замке зажигания и забыл запереть двери. Поэтому, когда он вышел из магазина, он не обнаружил своего автомобиля. По его заявлению, в столице был объявлен план перехват. Я дежурил на своем посту на пересечении улиц Мустакилик и Мавераннаха. После объявленного в столице плана перехват, примерно в 20:30, я увидел, как мне навстречу движется разыскиваемый автомобиль «Матисс» белого цвета с государственным номером 10А715НА. Я попытался остановить его, но он не подчинился и проехал дальше. Я сразу же передал о случившемся по рации на следующий пост. На втором посту он также не подчинился и продолжил движение. Только потом его удалось задержать путем специально предпринятых мер. В результате проведенных первичных розыскных мероприятий, в которых были задействованы сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД города Ташкента совместно с Управлением по безопасности дорожного движения и отделом уголовного розыска Управления координации органов внутренних дел Алмазарского района, удалось выяснить личность угонщика. Им оказался уроженец города Ташкента Исхок М, 1996 года рождения, ранее судимый по статье 164 части 3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Злоумышленник был задержан на угнанном автомобиле на пересечении улиц Мустакилик и Мавераннахр в Мирзо-Улубекском районе. Я катался на велосипеде. Потом увидел, как подъехал на «Матиссе» мужчина, вышел из него и зашел в магазин. Я заметил, что дверь машины была не заперта, а ключ оставался в замке зажигания. Мне захотелось прокатиться на машине. Я оставил свой велосипед, сел в машину, завел ее и уехал. Я катался на ней всего часа два. Затем меня два раза пытались остановить сотрудники УБДД. Я не повиновался, но меня все же задержали. Я понимаю, что преступил черту закона. Я очень сожалею о своем поступке. В настоящее время по данному делу ведется следствие.